Чуть-чуть осталось. Главное, не спеши. Вот оттуда, да. Ну да, я типа наверх просто. Все так красиво, самолет летит. Ого. А где он жил? Ну где он был? А, жесть какая. Это реально? Надо куда-нибудь, чтобы ничего судьбы не решать. Да ладно, ты да. Шапку хочешь? Мы там с тобой лазили, видишь, там какой-то этот. Постройка какая-то. Да. Да, все, что вот сюда видно, мы там на всем лазили. Да, вот то, что вот это вот. Такая горка большая. Туда тоже. А мы там сидеть будем, думаю, будем думать, о, мы тут сидели. Ну вот туда мы точно не заберемся. Ну, смотря что с другой стороны. Ну отсюда, кстати, выглядит.
мне кажется, там вообще классно дорога. Ладно. Да. Сколько времени будет? Мне кажется, где-то часов 12. Да, 12:10. Конечно, блюдь. Юный скалолаз Жанна. О, они шумели. Вот так. Над нами убирают. Нормально. Шпрот, хлебушек. Как у вас ничего? Amazing. It's so beautiful. Когда нашли тропу. Какие элементы? Мне кажется, ты чуть поопаснее стоишь, чем я.
ваши впечатления? Без слов. Что там? Как он называется? Вешенки, наверное, какие-то. А, вон еще одна. А может, это поганка? Да нет. Вроде нет. А много здесь такого? А? Много вообще такого здесь? Ну, я первый раз тут увидела. Вот такие плотненькие. Ну, пахнет грибом. Вон еще там есть. Да, я вижу, да. Вот тут. Добрый. Опа. Только я не понимаю, что из этого березки. По-моему, там. Сейчас найдем. Опа. Так, так намного удобнее. По тропинке? Нет. Так. Да. Ёма. Добрый день. Тара-тара. Неразговорчивый такой. Опачки. О, грибочек. Вот и березки наш здесь. Правда, это пока не полянка, но... Thank you.
Рос, помощник.